Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Остатки салатки, мать да, это все, что было в холодильнике. Ну, за исключением брокколи. Брокколи я отварила, капустку. Значит, здесь мой модный вчерашний бургер, чизбургер, вернее. Две ногоятки куриных, чуть-чуть огурчиков, чуть-чуть лучка и гречка. Всем, кто собирается, приятного, да? Я уже это сказала вроде бы. Что же там все остыло? Все, ПП. У меня ПП сегодня. Брокколи. Как вкусно. Друзья мои. Что-то надо было огурчиков-то побольше подрезать. Ну ладно. Но все-таки гречка отличается. Даже та, которая в пакетиках. Вот если честно, я люблю гречку, когда она, знаете, немножко разваренная. У меня, я обычно беру увелку в пакетиках, вот эти 5 пакетиков. И мне она вот нравится, вот сейчас это она. А еще до этого я брала от Спар тоже пакетики. Я не могла вот так вот разварить ее. И вкус, мне кажется, даже другой, в общем, короче. В общем, гречка гречки рознь. Вот такую, мне кажется, я бы каждый день ела. Но это кажется только. В общем, давайте садиться на гречневую диету. Хреновина чуть-чуть. И будем с вами худеть к лету. И немножко, ну это не мазик, а соус. Все перемешаем, и будет очень вкусно. И будет очень вкусненько. А кто смотрел мой вчерашний ролик с моими типа супербургерами, чизбургерами, вернее? Я там, кто не смотрел, посмотрите, про самолеты спрашивала, кто боится летать, кто не боится. Так что посмотрите, напишите свое мнение по поводу самолетов. Очень вкусно. У нас так и стоит погода. Холодная. Утром было минус 20. Зима прям нас вообще держит, не отпускает. Но мы ждем лета. Поэтому мы еще не похудели, поэтому пока что ждем лета. Ножки, ножки, курочки. Руками. Я тут скринила один комментарий. Ну, такой, знаете, ну, негативных много, но это прям такой. Я потом подумала, знаете, такие люди недостойны того, чтобы про них что-то тут читали, обсуждали. Вот эти вот люди, которые свое говнецо выливают, свой негатив выливают, и себе такими крутыми считают. Больше всего нравятся те, которые пишут о культуре, об интеллекте. Вы на себя посмотрите. Никакой культуры. Ну, это я, скажем так, образно, еще так более-менее лояльно озвучиваю эти комментарии. То есть не так, как там было написано. А там с матами. Слово «жрать» повторяется через раз. И вот, вот таким ли людям говорить о культуре?
Ну, согласитесь. Вы сами с себя начните, станьте культурными. Вы тогда выражайте свои мысли культурно, культурными словами, даже если вам что-то не нравится. Научитесь критиковать культурно. Поэтому я решила, что они недостойны того, чтобы я здесь зачитывала эти комментарии. Больше всего мне непонятно, вот всегда говорю, мужики, ладно, мы бабы, да, там, девчонки. У кого-то зависть, у кого-то еще что-то, кто-то просто пообсуждать. Ну, вот эти мужики. Повезло женщинам, которые живут с такими мужиками. Одна прям привязалась, даже догадываюсь, кто это. Найди себе мужика. Вот у тебя есть кто-нибудь на примете? Ей мужика не хватает. Под каждым комментарием у разных людей. У кого что болит, как говорится. Тот о том и говорит. Ну и самое не к столу, конечно, будет сказано. Вот эти люди, которые просят, я постараюсь выразиться более лояльно, скажем так. Покажи, как ты, лучше покажи, как ты ходишь в туалет по-большому на камеру. То есть, и такой комментарий не один. То есть, вот вы представьте, это нормальные люди, которым интересно посмотреть, как посторонний взрослый человек ходит в туалет по-большому. А, друзья мои, вот эти комментаторы, которые допишут, вы себя считаете нормальными, адекватными? Такие желания просите, чтобы вам показали. Ну, вы нам покажите, мы посмотрим, оценим. Еще раз повторяю для тех, кто не знает, может быть, еще, как сделать так, чтобы вам не попадались мои ролики, чтобы вам не рекомендовали видео с моего канала, задолбали эти незнакомые номера. Особенно тем, кто смотрит шортс, не знаю, теперь еще, кто смотрит шортс, тот и бывает смотрит полноценные мои ролики, хотя многие не понимают, что шортс это вырезка из полноценного ролика, но это уже другая история. Вот, нажимаете три точечки, и там написано «Не рекомендовать контент с этого канала». Все. И самое главное еще вы при этом никакой активности не проявлять на канале. Вообще никакой. Понимаете? Не заходить, не писать. Увидели мой ролик, пролистнули и все. Не писать комментарии. И все. Вроде все понятно. Ну-ка, давайте попробуем. Нормально, нет? Конечно, это уже не то, что было вчера, но... Но норм. Немножко. Еще есть люди, которые типа были на меня подписаны, и потом им что-то перестало нравиться. И они мне сообщают о том, что
ты, Яна, такая классная, ты такая клевая. Ну, отписка. Пожалуйста, отписка, отписка. Мне не обязательно об этом сообщать. Вы отпишетесь, другие подпишутся. Я так понимаю, что эти люди думают, что я сейчас буду спрашивать, а что? А почему? Не, такого не будет. Отписка, отписка. Я понимаю, что всем ты нравиться не будешь. У меня тоже так бывает. Вот смотришь канал какой-то, смотришь, 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 потом тебе надоедает, и все, и ты перестаешь его смотреть. Это нормально. Но я никого не оповещаю о том, что я отписалась или перестала смотреть, как бы. Ну и самое, есть еще несколько, вернее, не знаю, сколько таких преданные такие люди, которые, типа, раньше со мной дружили, потом что-то там пошло не так. И теперь дизлайки на мои ответы на комментарии, там, где меня, ну, пытаются засрать что-нибудь мне, я там отвечаю. И лайк, и дизлайки на мои комментарии ставятся. Икринки, куколки, русалочки, дельфины, русалка. Они, если честно, не пара. Не пара, не пара. Видите, я ковыряю тут сижу. Хрящики, коллаген. Ой, как хорошо, как вкусно. Эти номера, как же они надоели мне. Что им надо? Шоколада, видимо. Не знаю, буду ли я сегодня еще один мукбанг снимать или нет. Я вот опять не крашу голову, а не мою. Думаю, покрасить, не покрасить, покрасить, не покрасить, не знаю. Знаете, сюда я молодец. Кто молодец? Я молодец. Так что посмотрите мой предыдущий ролик с моими супер чизбургерами. Расскажите там, можете здесь свои истории. Боитесь ли вы летать на самолете? И были ли у вас какие-нибудь казусы? Все, друзья, пить хочу. Не взяла с собой попить ничего. Все. Всем большое спасибо. Целовашки, обнимашки. Приятного аппетита, приятного просмотра. Ваша Яна. Пока-пока.